матч первые 10 минут мы, конечно, чуть-чуть проспали, но последние 80 минут было давление с нашей стороны. Были моменты, могли сравнять матч. К сожалению, завершение не удавалось. Позиционная игра у нас за нами была, но из этого ничего не вышло. Замены вышли, могли улучшить игру, но, к сожалению, плотность команды соперника не позволяла показать то, что ребята могут показывать каждую игру. Խաղի առաջին 10 րոպեների ընթացքում թույլացել էին, սակայն մնացած ժամանակը մեր կողմից ճնշում կար, սակայն կային պահեր, կարող էինք հավասարեցնել հաշիվը, սակայն չկարողացանք ցույց տալ այն, ինչ որ կարող էինք. Հարցեր? Вы говорили, что были моменты, во всяком случае, в первом тайме они ни одного момента не создали. Да, имели там преимущество, но не было таких моментов. Много моментов не было, но были моменты в завершающей стадии, или медленно, или успевали нас накрывать. Аля Арцель. Сегодня заявки не было Анатолия Азова, да, чем это было связано? Связано, что у нас через 3 дня кубковая игра, и игрок должен готовиться к ней.